Если собственникам все-таки удастся вот вас отсюда выселить, да, вам есть куда вообще идти? Вообще, что вы будете делать дальше? Я просто пока не думаю. Идти некуда. У меня вот ближайших родственников у нас в Твери вообще никого нет. То есть вот я, мама, вот и все, да. Ну, сестра, понятно, с мужем живет. То есть вот, я даже просто не представляю. Что-то снимать, но не знаю, как, на что тогда жить. У меня вот зарплата 15 тысяч. Причем черными и белыми, ну да, то есть общее количество. Вот. До этого я работала на заводе, вот тоже у меня как бы стабильный доход был. Может быть, если бы все было так, может быть, что-то можно было снять. Потом сокращение у нас в августе произошло большое. Пришлось экстренно искать, вот нашла 15 тысяч зарплата. Вот, то есть, ну, я не знаю, если 10 даже отдавать, то опять тысяч у меня ребенок. То есть, а там, сколько девочки? Мне 8 лет. 8 лет, да? Да. Школу в Маусе находит, детский сад в Маусе закончила, то есть как бы, вот. А к вам обратно, вы видели вообще вот этих новых собственников? Никогда вообще. Собственников не видела, вот бумагу, которую нам прислали, вот это предупреждение, он идет за подписью представителя по доверенности вообще, какого-то Алексеева, тоже мы его не видели, я даже не знаю. Он вот его. Вам просто по почте прислали, да? Это? По почте я получила только вчера, вот, а до этого нам принесли в руки, передали лично. То есть они повторно еще? Да, да, да. Ну, подстраховаться, конечно. Угу. Вот что мы получили. Я в ответ тоже уведомила их, потому что я понимаю, что это как бы, да, в суде может возникнуть вопрос, а собственники были в курсе, что вам идти некуда? Вот, то есть тоже на этой неделе я ходила, писала обоим заявление, и московскому, вот, ну, и тверскому, их двое собственников, вот, что уведомляю вас, нам идти некуда, просто некуда. Вот. Письмо с уведомлением, вот, уведомление еще не пришло. А вы не знаете, что они собираются сделать на этой территории? То есть как-то обустроить заново турбазу или что-то другое? Ну вот у меня, конечно, мои только предположения, естественно. Но вероятнее всего, знаете, очень долго, несколько лет подряд пытались продать ее. Вот объявление у нас висело прям большое вот при въезде кафе, да, вот это старенькое. Там висела огромная табличка «Продается» с номером телефона. Вот, много людей сюда приезжало, очень много. То есть, я так поняла, посмотреть. Мимо проедут в лес туда, потому что территория там, по-моему, еще лес кусочек занимает. Обратно. Вот, один раз мужчина тоже на таком большом дорогом внедорожнике тоже подъехал, спросил, а территория-то вот до какого места турбаза ваша? Вот. Я понимаю, просто с людьми это никому не надо. Вот, а сейчас они хотят нас отсюда выселить, все освободиться, и они спокойно это продадут. Не знаю, мне кажется, тут строить что-то. А вы куда-то обращались за помощью уже? Вот на данный момент, ну, то есть да. С тех пор, как пришло предупреждение только, да, значит, я написала, на следующий день уже написала, повезла в областную прокуратуру, в прокуратуру Калининского района, потом написала в аппарат уполномоченного по правам ребенка, туда написала, написала обращение к губернатору, потом, значит, ходила на прием к главе Калининского района на прошлой неделе. Вот, мама у меня ходила к главе вот Имаусского сельского поселения. Вот, он в отпуске оказался, она была на приеме исполняющего обязанности. Но вот фамилию я не скажу. Ну, что вам сказали? Все разводят руками, попробуем чем-нибудь помочь, ждите звонка. Вот, то есть, да, звонков я пока ниоткуда не дождалась. Вот, в администрацию Имауса сама периодически звоню. Вот. Ну там, конечно, это такое хамье, вот честно скажу. То есть просто вот идите вот отсюда, вот честно говоря, вот что вы сюда вообще ходите? Вот приходишь, то есть действительно. Вот, я 2 года уже не получаю пособие на ребенка, вот который до 18 лет, вот 100 с лишним рублей-то несчастных. Не могу получить из-за одной бумажки, из-за справки о составе семьи. Нам ее раньше выдавали в сельском совете, вот в администрации Маусского сельского поселения. Вот, все собираю, эту справку мне не дают. Значит, почему не дают? Нужна домовая книга, в которой, да, на основании которой выдают вот эту справку. Вот, значит, как сказали мне в Имаусе, вот, в администрации, домовая книга передана собственникам. То есть там сами и разбирайтесь. Я сейчас вот в защиту еще обращалась, тоже на прошлой неделе. Вот, сказали, что попробуют через запрос как-то у них вот эту вот справку. Вот. Вот за 2 года я уже не получаю. А сестра у меня из-за этой справки ни одного пособия на ребенка, у нее 2 годика вот исполнилось. Да, у меня племяннику 2 года, они еще вообще ни копейки не получили от государства. Ни единовременные не получили, ни до 1,5 лет. И, соответственно, до сейчас вот до 18 она тоже не может оформить. А вот ваше обращение в прокуратуру, уполномоченного права ребенка, они до сих пор рассматриваются, получается, да? Да.
Но хоть какие-то движения, что приятное было, значит, мне через 3 дня буквально позвонила юрист с аппарата уполномоченного. По правам ребенка. Да, да, да. Она очень много раз спрашивала, что как, почему. Вот, и тоже она сказала, мы подумаем, конечно. Вот, вот она уточняющий вопрос, опять же, мне задавала, как давно мы здесь прописаны, живем, ну, такого рода. Вот. То есть, ну, хотя бы позвонили и на том спасибо, поинтересовались, ну, как и что. А вас должны выселить отсюда какого числа? По уведомлению. По уведомлению? По уведомлению они нас не то, что... Они нам уведомление о том, что... Они нам дают сами как бы в добровольном порядке отсюда выехать 30 суток. То есть, да, вот 24 ноября я получила, 24 ноября, по-хорошему, я должна отсюда, да, декабря, уехать. Вот. Но так как я не уезжаю, значит, внизу они пишут, в противном случае мы обращаемся в суд с исковым заявлением о принудительном выселении. Mm-hmm. Вот. Я говорю, у некоторых граждан-то уже есть суд, вот 28-го будет. Вот. Mm-hmm. По мне пока нету. Я думаю, что, ну, что касаемо меня, это, наверное, в январь месяц я ожидаю. Mm-hmm. Вот. Так вот. Мы учились снова прически интересные делать. Антенна. Антенна, ага. Кем бы я был, если бы тратил жизнь на видеоигры? Агентом со всего одним клиентом? Послушай, я надул кучу старушек, чтобы оплатить твою роги. И я не... Мы вернулись. Вернее, я вернулся. Я не... Не упустим возможность насладиться тишиной. Твой черед задаем, не пуха! Мы где-то дома. Вот. Ну, первые часа два ходим вообще полностью одетые. Да когда минус 20 вообще с утра. Как будто предпродажная подготовка.